Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый асимметричный листик. Обращаю ваше внимание, на уроке мы с вами обязательно рассмотрим, как выполнить такой же листик, но с одной стороны просто столбики без накида. Листики у нас получаются с вами двусторонние, то есть они одинаково хорошо смотрятся как по лицевой стороне, так и по изнаночной. Для работы нам потребуется пряжа секционного крошения и крючок. Начинаем вязание нашего листика с 23 воздушных петель. Выполняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Мы выполнили цепочку из 23 воздушных петель. Далее выполняем еще одну воздушную петелечку для удобства перехода от одного ряда к другому. И во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Выполнили. Далее мы провязываем в следующую воздушную еще один столбик без накида. Выполнили. В следующую воздушную мы провязываем один полустолбик. И далее провязываем 5 столбиков с одним накидом ровно, то есть каждую петелечку мы будем провязывать по одному столбику с одним накидом. Раз, два, три, четыре. И 5. Связали 5 столбиков. Далее мы продолжаем нашу работу и выполняем один полустолбик. Далее вяжем 2 столбика без накида. Раз, два. Выполнили. Далее работу разворачиваем и выполняем арочку из 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выполнили. И теперь очень внимательно мы отсчитываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 вводим крючок и выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее работу разворачиваем. Полная версия мастер-класса доступна по подписке на сайте shiru.ru.